Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпам цифровой трансформации. Исследование проводило Министерство цифрового развития России. Учитывалась работа по внедрению цифровых решений в различные сферы деятельности. Хорошие показатели позволили региону закрепить уверенное лидерство в рейтинге. Так, например, в 7 медучреждениях региона внедрены системы по анализу компьютерных томограмм легких. На базе медико-санитарной части запустили проект, который позволяет заполнять медицинскую документацию с помощью голоса. Кроме этого, эффективно работает в регионе система, которая отслеживает дорожное движение. Это система фото-видеофиксации. Она одна из лучших в Российской Федерации. Кроме того, регион добился высоких показателей в выполнении национального проекта «Цифровая экономика» федеральных и региональных программ. В 2021 году в школы города и области закупили порядка 3000 ноутбуков и многофункциональных устройств. Продолжается подключение образовательных организаций к высокоскоростному интернету. Для школ, находящихся в городе, это 100 мегабит в секунду, для школ, находящихся в сельских населенных пунктах, 50 мегабит в секунду. Среди регионов Приволжского федерального округа в десятку лидеров по темпам цифровой трансформации вошли два субъекта – Ульяновская область – 8-е место и Республика Татарстан – 9-я позиция.